Всем привет, с вами я, Марио. Мы находимся в городе Санкт-Петербург, как вы могли понять по этой прекрасной погоде. И коротко о себе, я спортсмен, тренер и начинающий блогер на Ютубе. Сегодня я подготовил для вас кое-что особенное. Я планирую загрузить на Ютубе 100 коротких видео-шотс и посмотреть, к какому это приведет результату через одни сутки, через 24 часа. Значит, давайте сверим исходные данные. Сегодня у нас 6 августа 2022 года, без 10:06 вечера. Я захожу к себе на страничку YouTube, и мы смотрим количество подписчиков 806, и смотрим количество просмотров 562 тысячи с копейками просмотров. Значит, через сутки мы сравниваем, что у нас на выходе, смотрим, сколько прибавилось подписчиков, смотрим, сколько прибавилось просмотров. Ребят, пришел домой, улегся поудобнее. Сейчас буду загружать все 100 шотсов на YouTube. Время 6 часов 23 минуты. Ну что, погнали! В итоге, короче, я загрузил 100 шотсов за 3 часа. Практически было без остановки, немножко в конце запарился, но я решил еще добавлять везде надписи, подписи, видео, хэштеги, чтобы так покрасивше все это выглядело, и пронумеровал каждое видео от 1 до 100. Вот. Ну, сейчас будем скоро подводить итоги. Мы находимся сейчас с вами в Матвеевском саду на станции метро Чкаловская. Сюда я пришел проводить тренировку. У меня есть немножко времени, да, чтобы поделиться с вами результатом вчерашнего эксперимента. Напомню, что я вчера вечером выложил 100 шотсов на Ютубе и сделал контрольные засечки по количеству подписчиков и по количеству просмотров. Вот. И сейчас прошло меньше суток, я обещал, что должно пройти сутки, но прошло меньше суток. Объясню то, что основные изменения, на самом деле, они проходят в момент, когда ты выкладываешь видео, и некоторые могут еще чуть-чуть шлейфом инерционно вируситься. Вот. Но основные изменения уже прошли, и второй момент, то, что я хочу себя поощрить, потому что я проявил большое терпение, чтобы не заглянуть в YouTube, чтобы посмотреть промежуточный результат. Вот, поэтому сейчас я прямо перед вами, вместе с вами, проверю, какие произошли изменения. Вот. Сейчас, кстати, 10:30 утра, 7 августа 2022 года. Ну что, погнали? Так, значит, напомню, что у нас было 806 подписчиков. Вот, смотрим, сколько сейчас подписчиков. 949 подписчиков. Не знаю, видно, не видно здесь. Вот. И, наверное, не видно, да? 949. И сколько просмотров? Надо посмотреть. А, и 670 просмотров. 670 тысяч просмотров. Вот. Ну, смотрите, получается то, что количество подписчиков увеличилось на 140, плохо считаю, 649 минус 805, получается 144 человека, да, и количество просмотров увеличилось 560 на 110 тысяч.
Ну, в целом, на самом деле, я ожидал примерно такого результата. Конечно, мне хотелось бы видеть большие цифры, вот, но немножко переживал, что могут быть меньшие цифры. Но в итоге, в целом, я результатом доволен, да, с учетом того, что я только начинаю развивать свой YouTube-канал. Поэтому, ребят, я прошу вас поддерживать меня лайком, подпиской, если вам нравится мое творчество, разумеется. Оставлять комментарии, давать обратную связь, любую обратную связь. Я буду благодарен, главное, чтобы она была конструктивной. Вот, поэтому поддерживайте, не забывайте. А всем хочу пожелать хорошего дня и будьте счастливы и здоровы. А, еще, кстати, если вдруг вы хотите увидеть какие-то похожие челленджи, то оставляйте запросы в комментариях, вот, и я постараюсь как-нибудь их реализовать. Вот, давайте работать вместе, давайте жить вместе, развиваться вместе. Всем удачи, пока!